Всем доброе время суток. Представляю перед вами автомобиль. У нас Lexus RX 350. Автомобиль 2006 года выпуска. Оснащен мотором 3,5 литра. На автоматической коробке передач. На полном приводе. Хотел бы добавить, здесь раньше стояла пневма, но машину переделали под пружинки. Теперь здесь у нас стоят пружины. Сами видите, спереди, сзади. Машина в хорошем техническом состоянии. Чистенький, ухоженный салон. Мотор работает отлично. Так, ну а теперь, наверное, мы с вами переместимся в салон. Посмотрим состояние салона. И я вам там расскажу про комплектацию. Ну давайте начнем мы с вами с багажника. Здесь у нас с вами вот такой вот большой багажник. Плюс сиденье сзади можно любой ряд откинуть. Ну, любую секцию откинуть. Либо эту, либо посерединке, либо эту. Если что-то увезти, например, крупногабаритное, либо там длинное. А так, чистенький, ухоженный багажник. Идем к осмотру салона. Здесь у нас с вами кожаный салон. Сиденья сохранились очень хорошо. Сиденья, карты, двери выглядят приятненько. Чистый, аккуратный. Спереди у нас с вами такой же приятный салон. Сиденья, карта, двери и панель. Водительская дверь. Состояние хорошее. Передние кресла у нас идут с электроприводом. Как водительская, так и пассажирская. Но у нас водительские еще и с памятником. Так, значит, давайте расскажу про комплектацию. Как видите, у нас с вами есть мультируль. У нас есть электропривод руля. Стеклоподъемники. Блокировка дверей, блокировка стеклоподъемников. Здесь у нас располагается регулировка и функция ставления зеркал. Автоматическая коробка передач. Есть подогрев передних сидений. Кнопка омывания фар. Про пневму я вам уже говорил. Теперь осталась только кнопка. А здесь у нас с вами располагается штатная система. Музыка вот здесь вот очень приятно играет. Звучание такое мягонькое, аж ухо радуется, как говорится. Так, значит, здесь у нас с вами идет управление климат-контролем и информационное окно. В комплекте будет ключи с автозапуском Starline, плюс запасной брелок. И у нас заведен автомобиль, ровно работает мотор, ошибок никаких не горит. Пробег на автомобиле составляет 273 тысячи километров. Так что вот такой вот замечательный Lexus на ваших экранах. Машина у нас в наличии. Приезжайте к нам на осмотр, на тест-драйв. Заведем, прокатимся, все вам расскажем про автомобиль. Если вас все устроит, то машину сможете приобрести по системе трейдинг, в кредит, либо за наличный расчет. И не забывайте, машина вся обслужена. Кстати, в бардачке лежит заказ наряды. Приедете, посмотрите, все заказ наряды тоже можете прочитать. Ну, на этом спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего настроения. Всего вам доброго. До свидания.